привет, дорогие друзья, из такой солнечной и потрясающей Алании. Многие из вас задавали мне вопрос о том, где в Алании вкусно покушать с прекрасной панорамой. И сегодня мы приехали в такое место, в ресторан Сейр и Алла, который находится недалеко от центра Алании, на дороге к террасам с потрясающим видом, вкуснейшим завтраком, который мы сегодня отведаем. Ну, в общем, проведем время просто потрясающе. Здесь, в этом ресторане, можно не просто вкусно позавтракать, а также провести какие-то важные для вас события, например, свадьбу, день рождения, просто прийти с друзьями, выпить чашечку чая или кофе. С такой потрясающей панорамой, я думаю, что ваши выходные дни или просто проведенный здесь вечер, ну, вы никогда его не забудете. Поэтому обязательно приезжайте, наслаждайтесь. А сейчас пройдем внутрь. Для нас уже накрыли настоящий турецкий потрясающий завтрак. Познакомлю вас также с нашими друзьями, с которыми мы приехали сюда. Ну, а вы смотрите в описании к этому видео контакты этого места. И не забывайте о том, что ресторан организует также трансфер для групп от 6 человек. Заказывайте, приезжайте, наслаждайтесь и радуйтесь жизни и Алании. Как же выглядит ресторан изнутри? Кстати, здесь очень просторно. Когда вы заходите в ресторан, то слева находится кухня, а справа находится также детский уголок. Придя сюда с детишками, дети, например, могут здесь отдыхать, играть, развлекаться, пока взрослые разговаривают свои взрослые разговоры. Мы специально приехали в то время, когда меньше всего народу, чтобы никого не смущать и показать вам все, что здесь есть. Как вы видите, сразу же выходя на террасу, здесь с нее открывается просто потрясающий вид на Аланию. Можно наслаждаться турецким завтраком, который, кстати, нам сейчас сервируют. А зимой, когда становится прохладно, балконы закрывают, и можно наслаждаться видом Алании также и в холодное время года. Нам подают турецкий завтрак. Что у нас здесь вкусного? Конечно же, турецкий чай, свежевыжатый сок, яичница, разные бюреки, свежие овощи, фрукты и, конечно же, очень много закусок. Например, закуска с картофелем, закуска с баклажанами, с перцем, конечно же, авокадо. В общем, сухофрукты, сыры, планийский салат, очень много варенья, оливок самых разных, сарма. В общем, вкуснятина нереальная. Еще прибыла картошечка горячая. Очень вкусно. В общем, друзья, вот такой вот дружной компании мы приехали на турецкий завтрак. Кстати, познакомлю вас с нашими норвежскими друзьями. Туве, Арне, мы с ними знакомы очень давно, они живут в Осло, а мы с ними, к сожалению, встречаемся не так часто, но имеем возможность встречаться за таким приятным завтраком. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Нам еще принесли лепешки. В общем, сможем мы все это съесть или нет, неизвестно. Также нам принесли пиши, это очень вкусно, и чебурек, вот такие вот чебуреки с мясом, друзья, это что-то невероятное.
Посмотрите, какая красота! Открывается вид просто на всю Аланию. Всем приятного аппетита! Ну и, конечно же, турецкий завтрак не обходится без чая. Вот в таких двойных чайничках варят чай. И каким образом подают чай? Сначала наливают заварку, а потом наливают кипяток. И также чайник стоит на специальной подставке и всегда остается теплым. Друзья, хочу вас познакомить с Хулией Ганым. Она работает в этом ресторане и расскажет нам о всех тех блюдах, кстати, которые мы только что ели, потому что большинство из этих блюд, в том числе варенье, оливки, различные мезе, они готовят сами. И когда вы заказываете место в этом ресторане, они готовят специально до приезда, до вашего приезда, чтобы все было свежее на столе. Хулиганым, специально табели мы с ним смесили, речели, без герчиктен чокмера катик, бу, речели. Ага, бир дакика, ван хепсини койчам буре. Önceликли, бу. Турунч речели, Аланья özgü bir reçel. Hepsi el yapımıdır, kendimiz yaparız. Это, ага. Mevsimine göre değişir reçellerin çeşitleri. Это варенье из апельсина, видите, из кожуры апельсина. И варенье также меняется в зависимости от сезона, какие есть фрукты. И это варенье особенное для Алании, потому что здесь, ну, растет очень много апельсин. Кираз вечери. Это варенье из черешни. Очень необычный вкус. Киви вечери. Киви. Друзья, смотрите, варенье из киви. Я первый раз, кстати, пробовала, мне очень понравилось. Бу Алания зельдин, ама бандиш хичемедим энджи бёле бир. Geçen seneden beri yapıyoruz bunu. Mevsimine göre reçellerimiz değişiyor. Üzüm reçeli olur, çilek reçeli mesela. Варенье из клубники. Айва. Также делают из айвы, из винограда, в зависимости от сезонных фруктов. Очень-очень вкусные. Kahvaltımızın haricinde soğuk sıcak içeceklerimiz, kafe hizmetlerimiz devam etmekte. Aynı zamanda grup yemeklerimiz, doğum günü kutlamalarımız, özel evlilik teklifi, yıl dönümleri, kına ve düğün organizasyonlarına da devam etmekteyiz aynı zamanda mekan müessesemizin içerisinde. Manzaramızın eşliğinde bütün hizmetlerimiz sizin için. Дорогие друзья, вчера еще у меня был день рождения, поэтому мы продолжаем праздновать. Вот такой у нас вкусный тортик. Сейчас мы его порежем. Да, сначала надо так загадывать желание. Папу! Папу! Ура, ура, ура! Супер! Вот такой вот вкусный тортик у нас от торгово-промышленной палаты Алании. Спасибо большое. Будем праздновать, пить кофе, чего и вам желаем. Здесь, в этом ресторане, также подают оливки, которые они готовят сами. Нам очень-очень понравились зеленые и черные оливки. Хулия Ханым, siz de zeytinleri kendi yapıyorsunuz, değil mi? Kendimiz yapıyoruz, evet. Evet. Masaya gelen bütün ürünler, gelen müşterilerimiz için, misafirlerimiz için hazırlanır. Önce kullanılan herhangi bir ürünü kullanmayız, daha öncesinde yapılmış. Size özel yapılır. Hepsi taze çıkar. Çok güzel. Tabii ve zeytinler ve peynirler hariç. Diğerleri hepsi anında yapılır. Ve bunun hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü biz gerçekten ya
ilk ben de değilim ama bizim arkadaşlarımız ilk evet, kez görmüşler bu. Alanya'da çok yapılan bir şey. Kuru yufka, soğan ve çökelikle yapılır. Kavrulmuş soğanla yapılır. Yufka ovalanır, böyle küçük hale getirilir. Ve mesela masada ya çok mezelerde oluyor değil mi? Evet. Bu evet. Mesela o kırmızı kapya biber közlemesi, onun salatası. Közlenir, içine gene közlenmiş közlenmiş kapya biber, yeşil soğan, maydanoz o şekilde yapılır. Mevsim sebzeler yani. Genellikle mevsimsel kullanırız. O sofrada gördüğünüz şeyler mevsimsel olarak değişebilir o anki mevsime göre. Alanya'nın çökelik salatası, domates, salatalık, maydanoz ve çökelik yağ, limon ve tuzla tatlandırırız. Вот это тоже традиционный аланийский салат. В общем, друзья, вы только что видели перед этим, сколько здесь на столе всего было. Ну и, конечно же, в этабике. Пишемиз. Пиши. Evet. Сигара бёреğimiz. Чи бёрей де варде. Чи бёреğimiz. Лаваш. Базламамыз. Базлама, да вар. Друзья, ни один турецкий завтрак не обходится без пиши. Особенно турецкого чая. Только что вы опять же видели, что были здесь и базлама, и чебуреки. В общем, все было очень-очень вкусно. Кава суфрамызда yaprak sarmamız gelir. Patlıcan, köz patlıcan salatası gelir. Yeşillik ve peynir tabağı tabii ki olmazsa olmazlarımız. Mevsimine göre avokadomuz olur. Var ligde de rebest. Alt. Bizim Norveçli arkadaşımız en çok neye beğendiler? Evet, de best. Also oliven oil fantastisk. Ja, det også, det brød vi fikk med det kjøttet i da. Det var jo... Salaten der var veldig god. Очень понравилось нашим норвежским друзьям, конечно же, оливки, чебуреки, вот этот вот салат. И чокерик салатасы. Чокерик салатасы. В общем, все было очень-очень вкусно. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz yani devam edeceğiz için. Çünkü. Ne diyeceğim? Manzara eşliğinde. Manzara, tabii ki. Evet, her şey. Tabii ki, buyurun. ne zaman isterseniz, evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi burada ödüllendirdiğiniz. Друзья, вот такой вот потрясающий завтрак у нас был в этом ресторане. Посмотрите, какая панорама. Просто великолепное место. Я надеюсь, что вы, когда приехав в Аланию или живя здесь, тоже посетите этот ресторан. Вид на Аланию с банановыми плантациями, очень свежий воздух. И даже когда на улице очень жарко, здесь дует такой прохладный ветерок. Поэтому обязательно приезжайте, радуйте себя, своих родных, празднуйте ваши важные даты в вашей жизни вот в таких вот потрясающих местах, пробуйте турецкую кухню, никогда не отказывайте себе в этом удовольствии, обязательно приезжайте в ресторан Seyir i Ala, мы очень любим это место и советуем его вам. Все контакты этого места смотрите в описании к этому видео. Есть и ссылка на карту Google и телефон для того, чтобы заказать трансфер, ну и, конечно же, социальные сети. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего, будьте здоровы и добро пожаловать в прекрасную Аланию и Турцию. Всем пока-пока!